4 года назад у меня стало полное нездоровье. Да, то есть, что мой диагноз, который мне поставили врачи, рассеянный склероз. Ну, если мы без диагноза, я не называю, потому что я не хочу это употреблять, да, ну как бы как слово, да. Кто знает, тот знает, что такое. Это не то, что там, ты там не помнишь ничего. Это просто болезнь молодых, это просто люди не чувствуют своей части тела. То есть я не чувствовала своей правой стороны полностью. Я ходила, меня перекашивала на правую сторону. У меня отказывала левая нога. Это был полный трэш. Да, это было, друзья, очень интересно. Я попала, конечно же, понятное дело, к доктору, который там очень много тоже нездоровых людей. Как говорится, лечение мне не помогло, да, только усугубило еще больше эту ситуацию. Я слава конюба. Я покрылась нехорошими вещами, у меня много выпало волос и так далее. Ну, как об этом вспоминать, даже это все было хорошо, слава богу, что все закончилось. Но самое интересное, что, вы знаете, информация всегда приходит в нужный момент. Благодаря этой информации я хочу сказать, что Господь мне послал удивительного человека, это Людмилу Калиниченко, которой я не верила на протяжении года, даже, наверное, больше. И я сказала, что это за блажь такая, вы продаете воду, может, скоро воду будете продавать. Какая вода? Я не понимала, что такое вообще клетки, что они едят, что они пьют. Саморегенерация – это факт, это правда. Если вы будете, не имеет значения ваш диагноз, совершенно он не имеет значения. Если вы начинаете делать все правильно, если вы начинаете пить воду, защищаться антиоксидантами, если вы начинаете очищать свой организм правильно, делать все это правильно, будет результат феноменальный и потрясающий. Ну, в сезоны обострения, да, весна-осень, люди попадают опять, ну, как бы, как вот диабет, например, это аутоиммунное заболевание, то есть от него нет лекарств. Но человек может находиться в стадии ремиссии, и глубочайшей ремиссии, крепкой ремиссии. То есть никто не знает, что будет завтра. И если вам говорят, что вам это не поможет, что это все с таким, знаешь, уши спаниеля, с такими глазами, типа, ну все, теперь вам химиотерапия и больше ничего. Вспоминайте Наталью Мельсай каждый раз. Да, и вот вы знаете, еще один нюанс. Я вчера созвонилась со своей подругой, которая познакомилась там в больнице, и у нее рассеянный склероз, она в очень нехорошей стадии, она лежачий человек. И вот я тоже ей присылала воду, она ела наши коктейли, ей это все очень нравилось, но просто семья вся нездоровая, там все любят лечиться. Это выбор любого и каждого человека. Или вы молите Бога, и эффект плацебо никто не отменял, психологию, и вы верите в это. Даже если вы не будете верить в это все, оно все равно вам поможет. Вы просто поймете это, когда вы начнете это делать правильно. Я ставлю акцент на правильности. И она мне говорит, я говорю, Алена, она говорит, я сейчас перешла, у меня доктор, я перешла на то, чтобы на лечение не химическое, а на лечение гомеопатическое. Гомеопат она нашла, значит. И она говорит, у меня сейчас спастика такая, что я не могу встать с кровати. То есть спазмировались мышцы и все. Этот доктор говорит, что так и должно быть. Как бы, ну, как бы, типа, потерпи. Я говорю, Алена, я боюсь. Все, чем больше вы чего-то в своей жизни боитесь, и боитесь менять что-то в своей жизни, оно все будет с вами происходить. Работайте над собой, над своим сознанием, над своим сверхсознанием. То есть пробуйте все. Если бы я тогда не попробовала, когда я пришла, мне муж сказал, что я странная, мягко говоря, то я сказала, слушай, Вов, знаешь что, ты не был в моей шкуре, знаешь, я хочу попробовать, как тут. Я должна сравнить. И когда я попробовала, я обалдела от этого, я обалдела от этого результата, плюс ко всему тому, что у меня все нормализовалось, стабилизировалось, сейчас я на второй коловат, я прохожу каскад коловат. И факт в том, что тогда осень стала, значит, изменилась, наверное, ну все изменилось, да, вот жара такая резкая, потом обах холод, как бы, понятно, что организм чувствует. У меня как-то не имело полстороны. Ребята, я говорю своему мужу, Вов, так и так, он коловада. Я говорю, коловада, Вова у меня уже мастер в этом смысле, понимаете? Я прохожу коловаду, через меня после коловады у меня все отходит. Друзья, кто мне скажет, что это фигня какая-то, что это какая-то ерунда, что это не работает, что почему вода мутная? Да потому что там минералы, ну как-то
Спасибо.